я слышала о нем, причем он так редко, так редко вообще присутствует в творческой жизни. Он какой-то очень серьезный и очень избирательный. И я предвкушаю, что будет нечто то, что меня поразит, удивит, то, что я буду долго-долго вспоминать. Это действительно вундеркинд, выдающийся молодой человек, который в невозможном возрасте уже ставил мариинки и продолжает делать авангардные скандальные вещи, причем двигается уверенно, не боится ничего, провокатор, причем очень умный и глубокий молодой человек. Я знакома с его творчеством, через которое, я думаю, находит выражение какая-то часть его души. Она мне достаточно интересна. Я никогда не пью кофе, но мне стало интересно посмотреть, что он может сделать для того, чтобы кофе стало и мне тоже интересно. Ничего ты, господи, да? Что это, как забито? Что это, как...